Многодетная мама Светлана Иванова среди тех, кого пригласили на концерт, посвященный Дню матери. Она воспитывает 6 детей, 5 сыновей и дочку. Рассказывает, все они занимаются творческой деятельностью. Играют на фортепиано или рисуют, чему она очень рада. Прекрасно быть мамой. Я люблю заботиться о своих детей. Я каждое утро встречаю их, провожаю, хотя они уже взрослые, всегда с балкона им махаю. На концерте, посвященном Дню матери, присутствовали как многодетные мамы, так и матери участников специальной военной операции, а также женщины, занимающиеся общественной деятельностью. Их наградили благодарственными письмами и подарили цветы. Самое главное слово – это «мама». Сегодня мы их поздравляем, желаем здоровья, любви, благополучия. Самое главное – любви детей, которые всегда были бы с ними рядом. Также для гостей праздника выступили танцевальные и музыкальные коллективы. По завершению концерта, посвященного Дню матери, каждому гостю вручили сладкие подарки. Августина Охременко, Константин Головин. События.